Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Как ты видишь, через 3 часа, ребята, у нас закончится сезон. Но я, как говорится, перед сезоном решил поиграть в ежедневки. Так, антигероем, давай вот это поменяем. Ох, 300 единиц урона, герой. Ребята, вот на соточку. А нам нужна как раз та самая сотка, чтобы получить 11 паков. Ну что, нанести 20 единиц урона героям в доспех. Опять у меня мышка барахлит, заколебала она, если честно. Я не знаю, что с ней делать. В общем, давай с тобой убрать орех и пытаться... Чего такое-то? И пытаться выиграть. Конечно же. Мало того, что 20 единиц урона, плюс еще 300 единиц урона нам нужно в общем числе нанести зомбарям, чтобы получить 100 самоцветов. Ну, да куда ты, я знаю, что... Все, давай так попробуем. Я тоже пока пропущу ход. Мне надо просто хотя бы понять, на чем будет у нас играть сальса. О как. О как. Ладно. Пускай пробьет. Потом, не знаю, может быть орех поставить. Ну, давай поставим орех. Так, груша. Какая груша 5-4? Вы о чем? Откуда тут нафиг груша взялась? А этот откуда? Это не та колода, ребята. Так, ну что, нам надо... Нам надо терпеть. Нам надо, друзья мои, терпеть. Я, правда, боюсь, что мы с тобой сейчас дотерпимся до... Ха, до чего? Я даже не знаю, до чего мы можем с тобой тут дотерпеться. Будем смотреть. Так, хорошо. Ну, потратился, ребятушки, потратился. Он потратился. Что будем делать дальше? А вот теперь будем, ребята, взрывать их. Помидоры, 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 овощи. Это все понятно, но... Это все понятно, но для меня невнятно. Я, наверное, поставлю вот так вот. Для начала, ребята, блок. Потом сделаем так. Так. Давай посмотрим. Ну, хорошо. Это мы заменим. Это мы заменим. Вот это, ребят, не есть хорошо. А вот это, ребята, не есть хорошо. Так. Этому хана.
А в принципе все, друзья мои, ему крышка. Так, ну что, Орех, ты красавчик. Ты красавчик, я думаю, мои зрители тоже со мной согласятся. Ах ты, черт подери, ребята, я не нанес ему 2 единицы урона. Подожди. А хотя ладно. Я хотел немного другую карту, колоду сменить. Думал посмотреть, что там у нас, да как. Ну, если пока эта команда рулит, почему бы и нет. Будем пробовать атаковать. Прочерк, вот прочерк, наверное, мне пока здесь и не нужен, ребята. Оу. Если мы, слушай, 3 пропустим пока. Пока пропустим. Я боюсь, что он сейчас на колоду на пиратах, наверное, будет. Наверное, да, ребят. Есть ли смысл мне сейчас хиляться? А я думаю, что, наверное, есть, ребят. Ну да, я так и думал. Я так и думал. Ну да, 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 прокачивай. Короче, что у нас остается, ребят? Нам остается... взорвать его. Но он пока еще 2-4. Так-с. Там прочерк же будет у него 100%. Ну да. Там у него будет прочерк. Блин, у меня нету хилов. Почему хилов нету у меня? Твою налево. Дайте мне хилов. Так, он заколебал, а? Он же сейчас звезданет мне, так? Очень неприятно. Этого, наверное, сейчас уничтожит он мне, да? А, он силу. Ну, в любом случае, тебе кранты. И тебе тоже. Так, ребят. Ты понимаешь, что у меня нет лечек? Зомбики, да? Зомбики встанут на воду. Ладно, бог с ним, давай посмотрим. Что он может сейчас предпринять? Даже так? Даже так, друзья мои? Вот это плохо. В надгробие. Блин, где могила Ед? Уничтожите могилу. Где, ребят? Где он? Что ты мне даешь-то? Что ты мне, блин, подсовываешь сюда? Твою налево, блин. Ну, этого я бомбану. Понятно, дело тут. А вот с этим уже будет похуже. С этим, друзья мои, уже будет... Где мы... Эй-эй-эй-эй, эй, мышка! Я так и знал, друзья мои, что... Я так и знал, что в батарейке дело. Твою налево, блин. Вот почему мышка, ребята... Хорошо, под рукой сразу оказалось что-то. Ну, там, наверное, с прочерком, скорее всего, друзья, поэтому... Нет? Наверное, с прочерком все-таки. А, зомби у нас этот. А что у меня есть? У меня есть только хил, да? У меня есть только А, у меня защита еще одна. Ёпарсоте. Помидорочка. Радость ты моя. Как же я тебя долго ждал. Ну что, друзья.
Раз, два. Блин, не получится раз, два. Раз, два, не получится. Куда? Вам меня, что ли, сейчас? Ребята, это же надо было ему вот так вот повести, вытащить легу эту, а? Блин, мы еще и с прочерком. Ну что, друзья мои, я не знаю, давай попробуем нанести 300 единиц урона. У нас, конечно, тогда получится очень долгая, длинная, тягучая, так скажем, серия. Попробуем сыграть за Розу. Так, нам выпадает разгромчик 46-й. И убираем, убираем. Ну вы издеваетесь, ну что ж такое-то? Ну этому хана сразу будет 100% нового. Либо камнем раздавит, либо его выкинет. Ну все равно я его поставлю на воду, так как мне нечего больше, ребят, ставить. Это по 20 единиц отнимать, если это получается с... бой. 5 боев нам... Подожди, каких 5 боев? 300 же нам нужно. Ё-моё, это... это много. 300 единиц урона. Это больше 10 партий выигрышных нужно сделать. Ну, я не знаю, ребят, сомневаюсь, конечно, что я справлюсь. Ну, разгром, не тупи давай. Ставь что-нибудь или... пропускай ход. Ну давай, 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 давай. Шевели своими протухшими мозгами там уже. Бесит, когда вот так вот до последнего тянут. Ох ты, ботанка, ребята. Сделаем вот так вот. Ботанки нам не нужны. Да, вот этот, конечно, кабачок, честно говоря, друзья мои. Вообще не в тему здесь выпал. Совсем. Он мне, грубо говоря, всю малину портит. Бог с ним, ладно, посмотрим. Если он сейчас еще одну ботанку выставит, ну это будет, конечно, уже. Так, ребята, он вытащил еще одну ботанку. Он хочет на заклинашке же, да, сыграть? Да, он хочет сыграть на заклинашках, друзья. Ну что у него там может быть? Я, честно говоря, пока не знаю. Давай так сделаю. И у меня-то ничего нету такого. Этот будет на шестом ходу только. Этот оставить бесполезно, друзья, потому что он его уничтожит. А у него может быть вирус. Причем, смотри, мы одну уничтожили, да? У него еще две. Это вот уничтожим. Что ты мне даешь, а? Друзья, я, наверное, сейчас рискну. Возможно, будет, конечно, с добор карт там начинать, что-то подобное. Черт,
Сейчас интересно, сможет ли он убрать? Успеет ли он убрать? Или он начнет прокачкой заниматься, жесткой причем. Это же заклинание до ноля может, ребята. Сам понимаешь, да? Скинуть. Так, надеюсь, сейчас бокс работает. Есть, значит, этого хламона... мы ничего с этим хламоном сделать не можем. Помидоры, помидоры, овощи. Это ладно. Все, да? На следующем ходу мы сможем их всех превратить в единички, ребята. Но вот я не знаю, что сейчас лучше сделать. Отнять всю энергию. Наверное, я отниму всю энергию и поставлю вот сюда. Да? Давай сделаем так. И... что? И вот так. Так, ну что, друзья мои, готовы? Превращаем их все в единички. Ой, блин, какие единички! Какие единички, блин, Рейд, да ты чё, ну ёпарсы ты, а. Какие, блин, вот это я, ребят, сейчас лопухнулся, вот это я, да. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Так, сейчас если у него целая куча заклинаний, а я имею в виду вирус и тому подобное. Блин, он мне еще и грипп уничтожает. Он даже как делает. Сейчас еще заклинание, блин, сейчас... А, нет, не сработало. Слушай, что у него может быть? Ага. И кого же он? Сюда? Я думал, что он будет прокачивать этих, а у него, оказывается, ребята, одни заклинашки остались там, в принципе-то. Ну, 4 энергии есть, а у меня 8 хп, это очень опасно, ребята. Вот что он делает. И остался он без всего, да? Ну, как без всего? Ой, с чем? Я могу хильнуться. Я хильнусь, пожалуй. Так, 5,2, 7, да, у него 6 единиц здоровья. И если он сейчас кого-нибудь здесь не уничтожит, тогда до свидания. Задумался, задумался наш Даркман, Даркмарк 3.
и не знает, что ему сделать. До свидания. Израсходовал, как говорится, всех ботанок своих. Вот и все, ребят. Получи, как говорится, и распишись. Зато мы 20 единиц урона. Прям таблище ему, ребята. Так, ну что, за Розу поиграли. Давай теперь сыграем за Бонг Чой. Как ты смотришь на это? Твою ж налево, и мне сразу выдают бессмертию. Ладно. Ну спасибо, хоть добор дали. Слушай, ну огурчик, в принципе, будет даже очень неплохо, мне кажется. Давай так поставлю. Что у него там, летучие мыши, наверное, есть, да? А, нет, вот он берет заклинание, ребят. Он берет заклинание. Кто у него там может быть, а? А, кто у него там может быть? У него может быть там быть один, друзья мои. Это который... Блин, шаманство. Я немножко ошибся. А, уж 5 энергии же. 5 энергии, друзья мои. Как мы этого хламом теперь будем бомбить, а? Он же его сюда не просто так поставил, да? Ну, конечно же, не просто так. Еще и бонусную атаку делает. Ух, друзья мои, друзья. Смотри, что творяет. Цветочки мы сейчас потеряем с тобой, вот эти вот. Где мои бомбы? Вообще бомбы у меня есть? Кто-нибудь скажет об этом? Есть у меня бомбы или нет? И я не знаю. И я, друзья мои, не знаю, есть ли у нас бомбы. Но телепорты, наверное, у нее есть, у бессмертия. Нет, конечно. Ну, это глупо. Сейчас работает блок у него, блин. Понимаешь, нету у меня бомбы, ребята. Ну нету, нету, не выпала она. Я ничего не могу здесь сделать, к сожалению. Совсем. Тут нет вариантов. Все, я сдаюсь. Нет вариантов, ребят. Карт много,
а толку мало. Этого бомбить. Бомбы нету, нету бомбы. Бомба, ну, про которую я тебе говорю, я сейчас покажу тебе. Про какую я говорил бомбочку. Это... либо вот эту, либо вот эту, ребята. Ну, любую. Но, ты видишь, не выпала мне, к сожалению, вообще ни одна. Поэтому давай дальше. Если бы выпало бы, все было бы, конечно, по-другому. Особенно, если бы выпал бы апокалипсис. Там бы, да, все было бы немножечко по-другому. Вот сейчас она выпала. Вот нафиг она мне сейчас нужна, но она выпала. У этого хламона, в принципе, ребята, ну, нету таких. Он не прокачивается до таких степеней, чтобы я мог его тут бомбить. Хотя, я даже не знаю, тут все может быть. Если это сейчас своих двух оболтусов выставит, он уже начнет брать приоритет передо мной, ребят. Не приоритет. Ну да, приоритет. Он будет... ну вот он что взял, да? У Бангчуя только, ребята, два, по-моему, хила есть. У меня взято. Если я сейчас поставлю лужайку, будет он на воду бесенка ставить или нет? Если будет, я поставлю тогда вот этого. Ну, он же может еще и иметь перемещение, насколько я помню. Надеюсь, ландшафта у тебя нету, парень. Но он может переместить. Да. Но если понимаешь, если он начинает с бесят, ребят, значит, у него есть бесенок. Тот самый главный, блин, бесенок. Я про него говорю. Даже так. Хорошо. Надо было сюда ставить твою... Рэй, ну ёпарас, это, ну ты серьезно сейчас? Слушай, у меня, наверное, кровожадность будет. Давай проверим. Будет у него кровожадность или нет? Да, он прячет в надгробии. Ну что, нам тогда уязвимку надо будет, точнее, неуязвимость ставить и... У нас нет грибной эволюции. Это было бы очень даже кстати. А вот то, что два страуса у нас есть картофельных, это уже приятно, ребят. Но я пока не знаю даже. И отсюда, хе-хе-хе-то он не там. Ну давай, бородач. Ой. Орех. Так, друзья. Даже так. Даже так.
Допустим. Так, это мы мозги вынесли. Так, дальше что? Так, я этого прикрою. Сделаем так. И вот так. Ох ты! Ну ему хана на следующем ходу, ребят. А на следующем ходу ему кранты я сделаю. Скан там ныкается в своих. Он над гроби. О! О! Все, ребят. Доигрался. Блин, доигрался, кузнечик. Так, смотри. Так, это мы три в лицо однозначно, да? Главное, чтобы вот этот урон, ребята, прошел. И все. И больше нам ничего не надо. Только не в блок, пожалуйста, родная. В блок, друзья мои. Ну что, по два урона будет? Нет, у нас... У нас тут немножко другая политика, да? Сейчас у него закипит жопа, и он начнет суетиться, смотри. И вот так. Ох, ох ты, ох ты. Так, ребят, ну что, если он сейчас этого не уничтожает... А он уничтожает, гад. Так, ладно. 6,5. Да дофига там получается урона-то. А, нет, 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 не дофига, ребят. Серьезно? А где мои бонусные атаки? Так, ну этому кранты здесь. Если он здесь останется, ребят, ему край. Такой деловой, да? Ладно, посмотрим, что он еще поставит. 5. Вот что делает. Он что, перемещать собирается или что делать? Мне интересно знать, есть ли у него перемещение? Нету? Ну тогда все, до свидания. Все, все, все. До свидания. Не было рейда. Не было у него никакого перемещения. И за это он поплатился. А этот охламон ему выпал чисто с сундука. Это он не входил в его, так скажем, боевую колоду. Ну что, бонг-чой, ребята, отыгран. Давайте теперь сыграем за... Ой, за зеленую тень-то как тяжело. Ну что такое? Кто-то мне, ребят, бросил вызов. Кто это? Это, как всегда, Кириллов, ребят. А за кого нам сыграть? Давай за Розу. Попробуем. Правда, я Розой с ним играл уже и проиграл ему. А он, по-моему, кроме бессмертия играть ни на чем не умеет. Он мне все время только на
на розе. Ой, на бессмертие выходит. Так скажем. Это опять с этим, с телепортами и с ботанкой, да? По-моему, так. Я могу ошибиться, конечно. А, у него уже курабойщик будет, точно. Точно, ребята. Он же будет заклинашки, потом курабойщик у него. Вспомнил я сейчас. Я вспомнил. Давай так. Это призыватель, насколько я помню, ребят. Здесь у него сидит. А, нет. Нет. Тут у него немножко другой. Так. 6. Так сделаем. Грипп уничтожил. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, что сейчас будет? Так, у него 8 здоровья осталось, да? Да, роковая ошибка. Пробили. Сейчас посмотрим, что будет делать. А вот это зря. Эта же энергия сейчас улетит от тебя. Подкачался, да? Ой! По-моему, все. Все, 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 Кирилл. Так, ладно. А, это тоже считается, блин. Я не думал. Так, чё, мы на чем остановились-то? Мы хотели сыграть за зеленую тень. Блин, я знаю, что у меня нифига за нее не получится сыграть, ребят. А если получится? А вдруг получится, ребят? Алис, ты чё? Это колонка, ребят. Давай попробуем. Что-то он тут подмигивает мне. Что подмигивает? Что я сейчас сказал? Что? Вроде я не называл. Так, 40-й ранг. Это у нас заразительное сальце. Будут ли челлендж ПВЗ герои? Челлендж. Блин, сюда надо было, ребята, второй вот этот ставить. Начинается, а? Начинается, не дает мне, ребят, покоя. О,
заколебал. Сейчас, прикинь, 3 единицы урона нанесет. А у него есть такая заклинаха, ребят. Нету. А что у тебя тогда там? А что у него тогда, ребят? Я не знаю. Дэнс. Дэнс у него там, да? Да какого лешего ты мне вот это вот подсовываешь, чудо-то? Я не понимаю. Да уйди ты отсюда тоже, кикимора тут болотная. Давай так попробуем. Ты смотри. Так, на следующем ходу, ребят, попробуем двух зайцев уничтожить. Кого прокачивает, этот или этот? Этого. Давай так сделаем. Чего-то не хватает мне, да? Ну, допустим. Так, можем выкинуть, да? Сам себя. Нет, ребят, не сам себя. Так, что-то мне как-то неохота ему угождать, если честно. Давай ставлю так. Мы ему сейчас блок пробивать будем или что, ребят? Лезешь, а, постоянно. Почему он, ребят, постоянно лезет? Так, ну, сами понимаете, через безумие, ребята, он должен, по идее, должен попасть мне... Куда он должен попасть? В блок. Надеюсь, так и будет. Этого не произошло. Этого не произошло. Смотри, что делать за санец. Видел, что он творит? Понятно, влог. А у меня со здоровьем вообще беда какая-то.
Где мои ландшафты, а, ребят? Где мои ландшафты? Заклинание потратил, да? Потратил. Она замороженная, может бомбить. Друзья, она может замороженная бомбить. Я что-то это упущение как-то и не взял в расчет. Так что бесполезно было ее замораживать, зря только потратил. Ну, хилов не было, понимаешь, не было, ребята, хилов. И что я могу здесь сделать? Без хилов ничего. Ну, что могу сказать, ребята? Я сколько сейчас играл за зомби, очень редко выпадалась зеленая тень. Наверное, как я могу понимать, она сейчас не в мете, ребят. Хотя играть можно всегда и спокойно во все, что хочешь. Но на данном этапе почему-то за нее... Вот больше играет за розу, больше играет за орех. Я имею в виду, по растениям соберем. Что там у нас еще идет? Да там много чего у нас идет. У нас идет, кстати, Бонг Чой. За него очень много играют. Так, он потратил валу. А это может быть хорошо для меня. Если у него, конечно, больше нету. Я не знаю, на чем. На заклинаниях он будет сейчас играть или на чем? А что это за фигня? Так, ботаник. Это зачем? Это что он хочет сделать? Провирусить их потом, что ли? Или чё? Лакон, друзья мои. Мне вот интересно знать, у него сколько этих флаконов? Один или несколько? Вирус может поставить. А, нет, у него несколько баллончиков, ребят. У него оказалось несколько баллонов. Давай посмотрим, есть ли у него еще один. Че ты там стоишь? Мне, правда, три хода нужно еще, чтобы до этого дожить. Сможем ли мы? Давай проверим. У него может быть валун. А, вот так вот он делает. Но я все равно, в любом случае, ребят, легендарную карту возьму. Да сдуем. Так. А этот же убирает с ландшафта, по-моему, да? При использовании на ландшафте рикошет зомби, да? Да, ребят.
Значит, мы с вами сделаем следующим образом. Вот так. И вот так. И зомбик этого тоже снесем. А потом что потом? Потом. У меня, видишь, горошины нету, ребят, ни одной. Хотя есть, уже есть. Давай, наверное, сделаем следующим образом. Должно как раз хватить, ребят. Но этому все равно край. Край, ребят. Тю-тю-тю-тю. Теперь у меня есть баклажанчик. Слушай, а он превратит их, ребят? Или нет? Вот в чем вопрос, давай проверим. Превращает. Он их, ребята, превращает. На ее мало подписчиков тебе заходит. А я не на iOS, и я и на Android играю, и только на iOS. Боксирочка. Угу. Давай сделаем так, наверное, еще. И вот так. Так. У меня-то карт маловато, правда. Но мы сейчас возьмем себе еще одну карту. Ой, хорошая, ребят, карта. Заколебал. Че он хочет? Да вон у него что было. С бонусной атакой. Побежал, здоровье сразу устанавливает, ребят. Так, давай, прокачивайся, парень. Так, еще прокачивайся. Или у него ракеты? Не, а ракета стоит 3. Прекрасная карта. Посмотрим. Что у него там, я не знаю, ребят. Что он там хитрит? Да все равно полетит он к чертовой бабушке, твой этот охламон несчастный.
Ну все, ему, по-моему, край, ребят. Я, правда, не знаю, во что он сейчас превратится. И вот тут он подумал, что все, он непобедим. Давай посмотрим так. Да, я вот тут орехами, конечно, достал, если честно. Это еще жалко, не выпал орех, который на девятку бьет. Так бы еще вообще было бы ему сладенько. Прям шикарненько. Да все, ребят, он даже не будет. Он даже не сдастся. Он так вот просидит тупо. Отключился, психанул, короче. Хорош каркадышечкин. Может, пивка открыть, а, ребят? У меня пивко есть. Ну, я опять начну тормозить. Свой пьяный, нелепый базар. Да, он даже не сдался, ребят. Он так ушел в кусты. Ну, не дал же добить гаденыш ему. 4 хпшки. Да, друзья, слишком долго 300 ждать. 300. Давайте, наверное, мы с вами на сегодня закончим. Нам скоро, ребят, все равно конец сезона. Отмечать. Ну, о, кстати, задание, ребят, какое-то. Ну, подожди. А, так это что самое? Вот, и этот. Нет, Кирилла, все. Даже и не думай, я уже ухожу, поэтому не буду. И, друзья мои, я сейчас пойду в Marvel Snap. Давайте немножечко поиграем в него. Так что на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.